Погоди, ой, все понятно. Ты меня увидела, подожди, я же не видел. Вот это да. Яна, это что было такое? Как это понимать? Я не знаю. Ёши, прекращай. Боже мой, Ёши, ты зачем? Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и у нас сегодня опять прятки, а это значит, что мы будем все одним предметом. Режим клона выбираем, и да, а первое, насколько я помню, будет искать Ульяна, так что, Ульяна, держись. Ага. Удачи тебе. Спасибо большое, она мне пригодится. Ну, вообще, честно говоря, мод достаточно легкий для вот того, кто ищет. Потому что, найдя одного человека, можно и понять, кто остальной. Ну да, но ты сначала должен понять, что это за предмет. Ой, 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 все, идем в рождественский дом, все, да. Давно его не было. А у меня, кстати, очень классные предметы. О, я хочу вот это вот. Так, так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, мой, мой, мой. Да, да, я победила. Ладно, а как прятаться-то? Я, честно говоря, теперь не знаю. Да, хороший вопрос. Надо было предметы хотя бы поменьше брать. Чего у вас так много? А я вот так тут я спрячусь. Но это будет хитрость. Я думаю, Ульяна должна меня найти, но я так. Так, Лана сказала много. Значит, вы большие, да, получается? Ага, так, а вы кто? Может быть, вы какой-нибудь... А мы вот... Машинное масло, например? О, нет! Так, ну что, я смотрю во все глаза. А вот эта вот штуковина, она здесь стояла, я забыла. Я не помню так, ну, допустим... Да, она здесь стояла, Ульяна, не стоит тратить на нее сердечки. У тебя их тут, правда, так мало. Хорошо, я вам поверю. А я помню, эта лама тоже здесь была, так, или альпака, я не помню, так. О, может, вы подарки? Но это было бы странно. Нет, у вас много, но... Ульяна, не подарки. Думай, Ульяна, думай. О, альпака. И лама. Но она вроде здесь была. Ну да. Ну да, похоже на то. Вы книги, вы книги, получай. Нет, мы не книги. Да что ж такое, ну книг тоже много. А это вообще подсказка, Лана, она имеет... А лама, еще одна. А ну-ка! Побежала, куда побежала? Я не успела. И вот еще. Нет, она здесь была, зачем же ты ее лупишь? Нет, Ульяна. Мне нужно было удостовериться, так что все. Ну, вроде на втором этаже больше никого нет, я думаю, ты можешь спускаться. Серьезно? Ну ладно. Да, ну так, 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 так. О, ты что такое? На самом деле, просто так, ну, думаю, я так, ну, хорошо интересно. Спряталась. Ой, я. И там же незаметно было, ну почти. Оп, оп, да оп, ты оп, чё? Оп, да закапываешь. Слушайте, я да в ударе, просто бью всех и попадаю. Ульяна, это что было такое? Как это понимать? Я не знаю. Капец, это нечестно. Ну, помните, как Ева нас нашла, когда мы были с Ёши шинами? Вот, так я сейчас тоже так. Да, слушайте, тогда я вообще даже не ожидала. Так, а теперь... О, Ёша, а давай в дом с привидениями. О, интересно. А что ты так решила? А у меня там тоже классный предмет выпал. Ну, давай. Ой, мне кажется, тоже. Так, ух ты. А, стоп, а что я говорю? Ну, давай, если я ищу ёлки-палки, это купить. О, вау, какие предметы, обалдеть. Да, мой вот это выиграл. Ева, а что каждый раз твои предметы выигрывают, а? Объясни, пожалуйста. А я не знаю, ну вот так вот получается почему-то. Так, а где он вообще должен быть-то? А этот предмет должен быть таким? Нет, вообще-то не должен быть, но я вот тут вот так тут останусь, я думаю... Нормально будет. Ну, на самом деле, это довольно сложный предмет. И мне кажется, без подсказки Ёши никогда нас не отыщет. Ну, блин, а что же это может быть за предмет? Ладно, давайте так, вы в доме? Да, я да. Так, хорошо, а можно еще какие-нибудь вопросы задавать вообще или нет? Ну, задавай, пока мы отвечаем. Ага, так, хорошо, смотрите, вы ржавый предмет или нет? Нет. Нет. Не ржавый. Так, вы на первом этаже или нет? Ёши уже, ну, может, знаешь, увидеть. Мне кажется, это уже много вопросов. Ладно, ладно, действительно. Ладно, значится, вы... О, а может, вы вот эти вот канделябры? Нет, мы не канделябры. Я слышу в голосе какую-то нотку сомнений. Не-не-не, я подтверждаю, мы точно не канделябры. То есть вы не вот эти штуки, да? Нет, вот эти. Мы бы так ровно не смогли бы все стать. Ну да. Ну хорошо, ребят. Ну, Ёши, я на первом, так что спускайся. Может быть, вы шляпы? Нет.
Серьезно, Йоши, мы же не в угадайку играем. Ну да. Ну у меня просто 5 жизней, как-то мало. Ну я тоже на первом, поэтому можешь спускаться. Так, ну ладно, я просто ударю вот так. Нет, Йоши! Ой, недоверчивый какой, ну капец. А я не слышал просто, извините. Так, вы сказали, вы в доме, хорошо. И Ева у нас на первом этаже. Ладно, долбану. Да. Нет! Ну, да Йоши, не трожь молоток, это не мы. Так, а что у нас тут еще есть? Есть нож, есть... А, вот эти штуки, может быть. Йоши, прекращай. Нет! Боже мой, Йоши, ты зачем? Остается делаешь всего лишь две. Две жизни у меня остается. Ну ты же уже видишь сейчас. Вот смотри, ты заходи обратно в эту комнату и смотри, что тебе не нравится. Прям вообще, смотри, вот Вова. Очень. Вот мусор, вообще не нравится. Нет, нет, не трожь мусор. Да что такое, я хочу вынести мусор. Ты же произносил этот предмет. Это я зря сказала, наверное. Так, произносил этот предмет. Ну, а, может быть, нож? Нет, нет. Все, хватит, молчи, молчи, Ульяна. Ну все, ладно, я вот так. Ну нет, почему я? Ну почему я? На самом деле я сказала, наверное. Нет, блин. А, не успела, я, короче... Так, а где у нас Лана? Лана спряталась, все, Лану никто не найдет никогда. Ну, вообще никто никогда. Нет, Йоши, нет, ты и так уже слишком много вопросов задал и слишком много узнал. Лана! Ой, я испугалась очень за Лану сейчас. Ну ладно, хорошо, может... О, вот это вот не она? Нет, нет, Йоши, это под наклоном. Хорошее, да, место, но я тоже думала, что это Лана, оказывается, нет. Ну, ты был уже рядом с Ланой, вот прям очень близко. Я еще тогда испугалась, но ты должен вспомнить, где это было. Ага. Но я же все равно меня не увидит. 5 секунд! А, все. О, я застряла. Прям вообще. Вот. Да. Что вот да? Это просто ты всех переловил, а я хотела выжить, и я выжила, между прочим, я довольна. Не осуждаю. И, кстати, я еще перепрятывалась, и я была сначала в другом месте, так что у тебя были шансы меня поймать. Ничего себе. Ой, ребят, ну давайте, да, наверное, новую карту. Ой, давайте. Надеюсь... А, подождите, так это я буду искать сейчас? Ха-ха. А, сейчас ты будешь страдать. Ой. Я не хочу страдать. Никаких страданий. О, боже, серьезно, вы чё? Ну сейчас... А, не я, нет! Блин, а у тебя прикольный предмет. Йоши, смотри, я сейчас покажу ту штуку, где я прячусь. Вот, сейчас можешь увидеть, если пойдешь за мной. Но я же знаю, где ты прячешься. А, блин, ну ты же меня достанешь, так что все. Так что все. А, блин, я не могу туда залезть. Ребята, паника, паника! Так, подожди, Лана, закрой глаза, Лана, подожди, еще нельзя, Лана, закрой глаза. Хорошо, закрыла? Ой, я закрыла, не смотрю. Я застряла. Лана, тоже не смотри, я еще не успела дойти. Да я никуда не смотрю. Лана, не смотри, Лана, не смотришь? Нет, а когда можно будет смотреть? Я тебе сообщу. Так, я спряталась, так, слава богу. В целом, я тоже спрятался вроде бы. Можно открывать глаза? Да, фух. Спасибо, что ты так долго закрытыми глазами сидела. Да уж. Так, ну если Ева потащила Йоши сюда, то она вот этот железный лист. Она всегда, когда она железный лист, или она вот этот железный лист, вот этот вот тут подтопорщица подозрительно. Хотя, ну вы же не могли так пробиться. Вы же не могли себя проткнуть. Нет, не могли. Так. Давай, у тебя это должно быть в голове, как у Шерлока Холмса. Ну, если вы лезли сюда, то вы один из этих предметов. Нет, я туда не влезла. Но ты собиралась, может, ты вот этот предмет. Собиралась. Нет. Ладно, больше не бей никого без разрешения. А это что за палка такая? Вот это вот ржавая. Не было таких. Нету, кстати, даже ни у кого предмета такого, насколько я знаю. Ну да, всего две, а вас-то трое. Ладно, странно. Ну да. Так, может вы какая-то вот эта вот кирпичная коробка? Да в смысле нет? Да, правда. Да ты знаешь этот предмет, он самый популярный здесь, Лана. Я не знаю, коробка вот та? Нет, не коробка. Да в смысле? Ой, подождите, ребят, а тут заборчики разного цвета. Этот темный, этот светлый. А может освещение так падает? А, наверное, вот этот тоже светлый, а этот темный. Там же фонарь, видишь? Там под фонарем все стоит. Ну подождите, их все равно как-то больше, по-моему, да нет? Да нет, нет, Лана, это ты брось такие штуки. В смысле? Так,
Так, секундочку. По-моему, тут не было, а ну-ка. Где? Был. А сколько у тебя жизни осталось? А где не было? А мы не знаем. Не, ну вообще, строго говоря, мы знаем. Да все вы знаете, вы же смотрите друг на друга. Так, может, вы... А ты куда пошла вообще не туда? Я смотрю, куда вы запрятались. Ты вообще не туда пошла. Туда можно спрятаться, когда вы какой-нибудь... Вы что, вот эти заборы, серьезно? Так, ну мы не знаем, мы не знаем. Кто платит? Кто там кричит? Вот. Забор! Боже мой! Тут был забор. А этот забор сейчас этот получит у меня на... В смысле? Нет, этот не виноват. Так, ребят, а что у меня так сердечек уже мало осталось? Может, вот этот забор? Нет, не трожь его! Одно сердечко. У меня одно сердечко. Одно сердечко. Ну, смотри, я в уголке, а один... Ты его уже видела, этот забор. Да все, я уже видела. А, я не успела побегаться. Вот этот забор. Да. Под фонарем Ёша стоял, да? Я никогда не выигрываю в этой игре. Но мы как могли тебе подсказывали. Ну, на самом деле, тут достаточно сложно без подсказок, когда так мало сердечек, поэтому... Да. Это точно. Так, ну, Ева, теперь твоя очередь. Ну что, выбирайте, да? Ой, я не знаю, ребят, куда пойдем? Куда пойдем? Ну, хотелось бы, конечно, в парк развлечений, но как Еве вообще там будет сложно, наверное. Какая разница? Сейчас мы выберем какие-нибудь предметики. Ладно, конечно, ой, а сложно выбрать. Что? Да вы чего? Да ладно, неплохо. Неплохо, у меня нет такого предмета. Только что теперь делать? Это то, о чем я думаю. А мы тебе не скажем, а мы тебе не скажем. А кто это вот тут? Вот, ладно, я пойду в другое место, хорошо. А вот-то так. Слушайте, а нам всем-то хватит здесь места? Я надеюсь на это. Ева, подожди, подожди, Ева, подожди. Я все, я не смотрю, я не смотрю, я смотрю на машинке. Замечательно, превосходно. Все, я готова. Да, я тоже. Все готовы. Так, хорошо. Так, ложь там была, здесь тоже была, здесь все было. А, пойду проверю вот то, о чем я думала. Нет, слушайте, я думала, вы мороженое, потому что мне попался такой предмет. Я думала, вы сейчас как все станете мороженкой. Думаю, Ульяна, хочу тебе сказать, что ты немножко палишься. Если ты сейчас посмотришь рядом, то ты поймешь, ага, в чем твоя проблема. Ага, да? Так, я тоже хочу посмотреть, ну-ка. А что такое, все в порядке? Точно я? Нет, логики никакой, Ульян. Ну, почему? Абсолютно, Ульяна, абсолютно ноль логики, посмотри, что ты делаешь. Что такое? Да я не понимаю, что происходит. Что такое? Ну, все нормально? Подумай о цели, которую ты должна выполнять. И как ты будешь это делать? И как стоят предметы рядом? Чего? Что там за цель? Ребята, не издевайтесь надо мной. Ева не заметила, и все замечательно, значит. Я не понимаю. Ульян, надо встать правее, между. Между, правее, между. Да, ага, потому что там есть некая особенность, понимаешь? Некая особенность, которую преследуют и те два предмета. Так, где двигается? Где? Кто двигается? Это хорошо. Правильно. Да никто нигде не двигается, Ева, о чем речь? Я поняла, кажется, что вы говорили, ладно. Я, кажется, все поняла. Лупила. А что это ты, Ева, поняла? А как вас достать? А в смысле? Нет, это ты неправильно поняла. Вы уверены? Мы не эти предметы. Нет, Ева, нет, осталось 50 секунд. Давай, можно играть в угадайку. А чё так сложно? Так, ну, вообще очень сложно. Игрушка. Нет. Так, значит, вы животное. О, слушай, подожди, нет, разворачивайся медленно, я скажу, когда я буду напротив тебя. Медленно, еще. Вот тут. Ага. Вот где-то здесь, чуть даже левее, чуть левее, да, вот где-то там я. Ага, вот где-то там я. А сначала ела... Что, табличка, что ли? Нет! А сначала Ева смотрела в мою сторону. Все понятно. Я увидела, подожди, я же не видела. Вот это да, серьезно, я просто ляпнула, ты не успел, ведь мы убежать. Я только Ёшу поймала, ого. Ну, Ёша, спасибо большое за подсказку. Но зато ты постояла на Ульяне, и кто внимательно смотрел, тот видел, что Ульяна стояла не около окошка. Это просто был запасной кассовый аппарат. Но там он некрасиво бы смотрелся. Я выбрала место там, где он красиво смотрелся, поэтому там и стала. Я согласен, в принципе, неплохая идея. А я поверила.
Я первой даже подумала, что это этот предмет, но потом посмотрела, ну все так хорошо стоят, думаю, ну ладно. Думаю, ну вроде много, но нормально, ничего страшного бывает. Ой, давайте в аквапарк пойдем, я так хочу в аквапарк, прям не могу. Интересно, кстати, а улица починилась или нет? Ой, лучше не будем проверять. Итак... я хочу вот этот предмет. Хотя, наверное... Я не успел нажать. Ну, ладно, ничего страшного. Мой предмет выиграл. Но я хотел тоже этот выбрать, поэтому ладно. А, супер. Так, ну, для Ульяны будет небольшая такая подсказка, потому что я стою вроде там, но немножко не там. Вот. Угу, конечно, хорошая подсказка, да, спасибо большое, Ева. Так, а я проверю пока что, где все. Ого, ну ешь, ну это читерно немножечко. А вот да она в смысле? Тоже хорошо спряталась. Читерно, хорошо, значит должно быть где-то там, где можно спрятаться, правильно? Я по... Ага, а что это такое торчит? А что это такое? Что это за ковер такой? Какой ковер, Ульян? Я уже убежал оттуда. А, ковер тут был, Ульян, серьезно. Я видела, тут что-то было. А что это было? А там что-то было, там было что-то. А что-то было? А, уже я помню, точно помню. Я уже спрятался, Ульян, уже поздно. Ладно. Надо было брать уточек. Ну, уточек у меня, например, нет. А у кого были, тот мог выбрать. Ёши, да. Ну, Ёши выбрал мой предмет. Ну, хотел, точнее, выбрать. А вот тут мы бы... тоже смотрелись ничего. Я помню напиточки. Вот точно я помню напиточки у Евы были, и у Ланы тоже были. Да. Блин, ну тут слишком много напитков. Почему? Как мне выбрать вообще кого-то, ну, и чтобы тюкнуть? Мы давайте вот этого тюкнем. Почти он. О! Нет! Получилось! Да! Да, Ульяна! Ульяна, извини. Я не хотела. Ну, наверное, я хотела, но так, в общем... исчез на моих глазах, вот только что кокос исчез. Боже мой, что делать? Так. О, нет, а у меня 8 монеток. Для этого нужно 10 монеток, о боже мой. Так, Ульян, ну тебе подсказка, я рядом находилась. Уже холодно, так. Холодно. Ну, ты сейчас замерзнешь в воде, ну выходи. Ну, вышло, ну не кричи на меня. Так, ну вот, еще я вижу, мне кажется, он был здесь, да? О, нет, ты куда? Нет, так, а ну-ка, инспектор Ульяна вас преследует, а ну-ка, сбавьте обороты. Нет. А ну-ка, я... Да блин, опа! Слушай, ну еще 12 секунд, и я могу Ульяна промахнулась. Так, да, Ульяна меня пыталась ударить. Конечно, пыталась. Я, ну, все, Ульяна, я на горку. Попытаюсь попасть мышкой. Вот это да! Вот это победа! Слушайте, ребят, ну, мне очень понравился режим клонов. Мы уже который раз в него играем, но все равно почему-то сложно и интересно. И это точно. Ну, а на сегодня, я думаю, это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! 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 Пока!